Вы только посмотрите, какой милый Гэрик. Куда-то он ползет. Мы сейчас собираемся на море. Пожалуй, возьму я его с собой. Вот он, Гэрик. Он поедет со мной на море. Она и не могла подумать, что ей так улыбнется удача. Самой ей до моря добираться очень-очень долго. Итак, Гэри в контейнере. Положил ему поесть. Сделал дырочку для воздуха. И вот так вот в подстаканнике он поедет путешествовать у нас. Не каждый съездил на море в этом году, а Гэри поедет. Вот и настал волнительный момент в жизни Гэри. Он сидит, смотрит, как мы переходим Шаумянский перевал. Да, покажи, чтобы он смотрел всю эту дорогу. А я напомню, я снимаю мелкосюжетный, мелкосерийный, мелкобюджетный сериал «Один день из жизни счастливого Гэри». Увидеть море и, надеюсь, не умереть. Итак, мы на вершине Шаумянского перевала. Улитка Гэри с нами. Прямо вот на самой вершине мы перевала. Осталось чуть-чуть, Гэри, потерпи, ты на море. Мы спустились с Шаумяна, все уже почти в предгорье. Вот Гэрик, вот горы. Горы, познакомьтесь, Гэри, Гэри, познакомьтесь, горы. Сейчас Гэрик бедный, чуть не отъехал. Чуть спас его, в тенечек отнес. Сидел в машине, ждал, пока мы покушаем в Бургер Кинге. Но ничего, сейчас вот. Мы уже идем, короче, Гэри, терпи. Море близко. Ну что, Гэри, поздравляю тебя, ты прибыл. Туапсе, центральный пляж. Даже надпись «У моря». И вон Гэри. Гэри у моря. Море, пляж, Туапсе. Вот он, мой Гэрик. Гэрик идет купаться. Я знаю, конечно, что улиткам нельзя соленые. Поэтому он будет купаться в чашечке. Вот какая улитка еще могла бы себе такое позволить? Все. Посмотреть на морскую воду. Ну и хватит, в принципе. Ну и, конечно же, Гэри, как человек путный, взяли для него шезлонг вот отдельный. Сняли ему шезлонг. Конечно, чтобы кайфовал, ну. Смотри, ой, все, сейчас ему замечательно. Гэри на шезлонге довольный. Все у него хорошо. Гэри продолжает отдыхать с кайфом. Все у него замечательное. Пивасик, сигаретка. Сидит в медийный номер один на пляже Туапсе. Отдыхает. Гэри. Гэри продолжает развлекаться. Гэри качается на качелях. Красота. Он хотел еще, конечно, на банане прокатиться, но, думаю, не стоит. Ну вот мы и дома. И настал этот трогательный момент расставания Гэри. Мне было очень весело сегодня с тобой. Классно провели время. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Прилепить на забор я тебя не могу. Но выпущу тебя, конечно же, как и обещал. Выпущу тебя. Куда тебя выпустить? Вот сюда. Все. Прощай, Гэри.